Мы его зовем Мама Марс, но на самом деле это мальчик. Просто он мама, и у него у Луты сидит, она, ну, как бы, да, наблюдает. Да, Масюш? Ой, скажи, соскучилась, как по маме Марсу. Марсик, он спокойный, и он ее обучает, вот как реагирует. Она единственная, что тут его забирали, когда тренировалась, ну, как бы он бегал. Она тут, конечно, Марсюня, Марсюша. А это вот звезда. Лута. Белое облачко! Белое облачко! Белое облачко!